Сейчас мы протестируем скорость работы жесткого диска, установленного непосредственно в отсек для жестких дисков, подключенный напрямую шлейфом к ноутбуку. Для начала протестируем в Blackmagic Speed Test. Да, и получим порядка 100 мегабайт в секунду на запись и где-то также на чтение. Цифры вы можете видеть на экране. И второй вариант, мы протестируем скорость работы диска в NovaBench. После того, как мы посмотрим результаты тестов, мы установим диск в OptiBay и поставим его на место привода компакт-дисков. И проведем тесты повторно. Итак, тест говорит нам, что скорость записи равна 85 мегабайтам в секунду. Итак, что у нас есть? У нас есть OptiBay. В комплекте идет сам переходник и небольшая отверточка. Но мы будем использовать свою отвертку, поэтому это убираем. Жесткий диск, который мы тестируем. Начнем с открывания задней крышки. Процесс не хитрый, но долгий. Так, отворачиваем последний 10-й винт. И можно снимать крышку. Теперь нам нужно снять CD-ROM. Для этого потребуется отлепить шлейфы жесткого диска. К примеру. И второе. Теперь нужно отвинтить несколько винтиков с левого угла. Куда-то он завалился. Так, следующий здесь. Рядом с вентилятором. Вам поможет намагниченная отвертка. Так, пытаемся приподнять. Однако до следующего винта не добраться не так-то просто.
Включаем дальше. И вот только здесь мы видим в конце еще один винтик. После этого мы сможем снять селерон. И на его место установить OptiBay. В OptiBay вставляем жесткий диск. Так, предварительно надо отвернуть. Так, тут есть винтик, который нужно предварительно вывернуть. После этого можно спокойно вставить жесткий диск. И затем завернуть винты для крепления, для фиксации. И затем с другой стороны. После этого жесткий диск прочно зафиксируем, и OptiBay можно устанавливать. Устанавливается жестким диском к низу. Для этого подключаем шлейф. Ставим OptiBay. И фиксируем его. Так. Шается наклейка. В данном случае OptiBay фиксируется в двух местах. Слева. И в нашем труднодоступном месте. Напомню, что магнитная отвертка очень бы пригодилась. После этого подключаем шлейфы. Предварительно стоит вернуть все.
Все блоки на место. Включаем последний шлейф и устанавливаем крышку обратно. Тут стоит обратить внимание на последовательность закручивания болтов, так как в противном случае крышку может перекосить, и ноутбук будет шататься, стоя на ровной поверхности. Теперь закручиваем центральные справа и слева. Затем нижние справа и слева. Ну вот и все. У нас остался синерон, один болтик. Теперь мы включим компьютер и протестируем скорость работы диска, установленного в OptiBay. Так, протестируем скорость работы жесткого диска, установленного в OptiBay. Как можно видеть, скорость работы не упала. Таким образом, можно безболезненно устанавливать жесткие диски в OptiBay. В основной слот для жестких дисков можно установить, к примеру, твердотельный жесткий диск и тем самым повысить скорость работы системы. Также посмотрим отчет тестового пакета NovaBench. Судя по его показаниям, скорость работы даже увеличилась на символический 1 МБ в секунду. Таким образом, OptiBay – полезное устройство в современных реалиях, когда пользоваться CD-ROM приходится крайне редко.